индустриальному туризму в Запорожье быть. В этом уверены в областной турассоциации и в профильном гордепартаменте. Местная власть считает, что запорожские промгиганты могут удивлять не хуже Хортицы, музеев и выставок. Чтобы доказать это, по городу пустили экскурсионный трамвай. Идею поддержали студенты, которые в будущем хотят сделать карьеру в сфере туризма. Ребята заняли место кондуктора в трамвае номер 16 и провели для Софии Пшеперовской экскурсию по индустриальной части города. Планы вывести экскурсионный трамвай на маршрут в день туризма сорвал недавний ураган. Но от идеи энтузиасты не отказались. И в день освобождения города вагон с гидами все-таки вышел на линию. Пассажиры трамвая номер 16 вместо обычной поездки получили бесплатную экскурсию по индустриальной части Запорожья. Сюрприз. Мы специально оформили. Студенты специальности туризма подготовили текст и маршрут. А студенты специальности дизайн помогли нам его оформить. И вот вы видите эти проекты, их первые студенческие, это как бы начало большого проекта будущего, который мы хотели бы сделать общегородским постоянным вагоном, маршрутом. Среди пассажиров и руководителей турагентств отмечают, в городе давно пора развивать индустриальный туризм. Количество промпредприятий обязывает, но сетуют, не хватает рекламы и развитие этого туристического направления уделяют недостаточно внимания и средств. Промышленные объекты – это наша память, это наша история, и мы не просто не должны об этом забывать, мы должны акцентировать внимание на том, что есть у нас интересного в Запорожье. Вот поэтому мы как раз и делаем вот такие промо-акции, смотрим, как это интересно. Ли людям, надо ли это дальше делать, смотрим сейчас на ошибки на свои, либо наоборот придумываем уже новые идеи, едущие здесь. По ходу движения экскурсионного трамвая студенты-волонтеры анкетируют пассажиров, узнают, интересен ли запорожцам индустриальный туризм. Безусловно, есть. И очень много есть мест. Например, на коммунаре есть два цеха, очень старые, дореволюционной постройки. Таких нигде не строят сейчас. Все старые цеха уже давно снесены. И вот очень, кто интересуется индустриальным туризмом, вот посмотреть этот цех, и то удовольствие. У нас интересно, конечно. Если бы побывали еще на заводах, так это вообще. Я работала на заводе, знаю. Я считаю, прожила сколько в Запорожье, наш самый лучший город. Организаторы говорят, выход на маршрут такого трамвая – только начало работы в сфере индустриального туризма. Для его развития в мэрии уже приняли стратегическую программу, в рамках которой через 3 года планируют построить в Запорожье музей индустриального наследия.